Чеченька, ты там ждешь, стоишь, да? Сейчас вечер, уже время приближается к 11. Птичулька стоит, ждет любимого хозяина, периодически поглядывает на входную дверь, вот она там коричневая видна, и там мешок мусорный к утру приготовлен, рядом стоит. Вот. Птичка прислушивается, иногда слушает то, что на улице там происходит. Там дети шумят, испанские дети шумят довольно долго в ночи. Особенно, если потом предстоит выходной, и особенно, если лето. Но сейчас уже не лето, в октябре температура в городе Барселоне опускается ночью, ну, где-то, наверное, до 10, так, плюс-минус, вот так вот где-то. Вот. Но все равно они еще бодрствуют. Ибо для испанцев 11 часов – это не время ложиться спать. Они в 11 часов, очень многие только ужинают. Вот. Ну, птичек сейчас постоит, подумает. Потом, может быть, еще что-нибудь сотворит. Ну, иногда он прислушивается к звукам Томи. Вот. Вечером мы вот так на диванчик залазим. Любим вот так вот полежать. Не хочу двигать подушку. Он не любит подушки. Вот, слышите, наверное, голоса детей. Они его, так скажем, подбешивают. И он даже кукарекнул сейчас. Ну, как реакция на внешний раздражитель. Вот. Всегда вечером так устраивается, телевизор смотрит. Я уже об этом рассказывала, но, может, кто-то не видел. Такая аккуратненькая птичечка лежит. Хорошая птичулечка, хорошая. Кукошечка. Кино смотрит, кукоша. Кукоша кино смотрит. Кино смотрит. Да я подвину, не бойся. Не, не. Эта подушка не дерется. Просто подвину и все. Красивая птичулечка. Сегодня ночью будет теплее, чем вот в эти дни. То было, да, вот где-то плюс 11 к утру. А вот сейчас 16, где-то, наверное, вот так будет. А, наверное, опять южный ветер сделал свое дело. Мы вот уже немножко китайские птички прижмуриваемся. Уже спать пора, да, 11:30 спать. Спать знает очень хорошо слово. Уже спать пора, да. Но я сейчас высушусь, птичулечка, и пойдем. Пока еще подожди. Посмотри киношку пока. Вот. Так вот крылышки. Крылышки. Крылышки у нас растопырили. Крылышки. Вот такие. Такие крылышки. Там такое трагическое кино, ой-ой-ой-ой-ой, ситуация там такая, птиченька, там ситуация вообще обалдеть, ситуация такая там, ситуэйшн. Мы растопырили крылышки и решили проверить, что тут к чему там. Чеченька. А что характер у вас такой? Так разве ж ваша в этом вина? Вы вон какую компанию только не шуми. Из руин подняли. Все на своих плечах. Спасибо. Тихо. Да не за что. Вы вон сколько рабочих мест города даете. Нам на вас... Чего ты там в напряжении стоишь? Хватит на себя наговаривать. Лучше вот. Птиченька, мы сейчас спать пойдем с тобой скоро. Пойдем спать. Манука ждать не будем, пойдем спать. Потом пообщаетесь утречком. Сейчас утро, 9:30. Мы покукарекали.
А теперь на диванчик вот так залезли. Все, садись. Все, садись, печенька, садись. Ты все. Вот так на диванчике по утрам. Вот, печенька. Наблюдает отсюда, как любимый хозяин сидит за компьютером. И рычит на звуки из коридора и с улицы. Ну, вот так он проводит время. Иногда. Если не занят чем-то другим. Слушайся. Проще говорит. Ну что, будем писать или как? Чичуля, спать пойдем или еще побесимся? Привет. Привет. Как день прошел? Нормально. Ну, конечно. Где машина? Слушай, Мягина. А как ты добрался? Ну, с Пашкой что не подвезли? Нас? Меня и Катю. Спать пойдем? Чичунь. Катя. Некогда? Пойдем. Ой, птичка блестящая. Подожди, а как вы все уместились в Пашкину машину? Ну, как же? Я в клубе, пока не они колену взяли. Все сложно. Вам еще немного утренней птички. Со времени первых съемок этого фильма прошла неделя. Вот я так эпизодики записывала. Вот. Это мы сейчас, как я уже говорила, утром покукарекаем, потом на диванчик. Кукарекает он, напоминаю, 8, у него такой режим, 8 утра. Иногда позже. И совсем редко, чуть-чуть раньше, где-то без 10, 8 бывает. Это намного реже. Если, допустим, с улицы какой-то слишком сильно раздражитель слышит. Некоторые люди имеют привычку, несмотря на ранний час, идя по улице, очень громко разговаривать. Тогда, возможно, он закукарекает раньше. И то, если еще темно, здесь темнеет, светлеет довольно поздно. Если еще темно, он быстро очень успокоится и опять спит. Вот сейчас, видите, мы опять спать захотели. Птичуль, ты там кемаришь, да? Да? Птичулька спит. Ну ладно. Все, будем наше видео показывать всем. Да, видео в качестве такого релакса от разных дел. Посмотрите, как ведет себя птичка, комнатный ручной петушок. Я думаю, на время вы забудете о своих проблемах. Всем спасибо за внимание. Пока. Увидимся.